Существует ли русский шансон? Ошибочно считать, что так называемый русский шансон зародился в конце 90-х годов. Его развитие пришлось на конец 18-го и начало 19-х веков. В это время русские исполнители под влиянием мелодичной французской песни распевали романсы. Чуть позже они стали ассоциироваться с народными песнями. В них стал звучать колорит городской культуры, например, одесской и питерской, и национальной. Не прошла стороной русский шансон и ресторанная жизнь. Главной составляющей песни была смысловая нагрузка, как и у французов. А мы слушаем следующую песню. Если судить по тексту песни «Мишка, Мишка, где твоя улыбка», Мишка является персонажем мужского рода, однако песня посвящена женщине. У автора текста и мелодии Георгия Титова во время работы в музыкальном ансамбле случился роман с певицей Микаэллой, которую в обиходе называли просто Мишкой. Во время одной из размолвок и родилась эта песня. Титов, композитор Нечаев, Мишка, я приглашаю на сцену Татьяну Якимову. Встречайте. Везде сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка, в эту грустную минуту ты чего же мне хочется сказать? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, мою. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Город спит покровом ночи белой, от разлуки сердца успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший и простой. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты не уйдешь от меня. Мы Татьяну Васильевну еще услышим. Спасибо, Татьяна Васильевна.